Всем привет, Ирёнок-поварёнок снова с вами. И сегодня я хочу приготовить вкусный витаминный салатик с замечательным шри-ланкийским фруктом ананасом. Для начала я вам хочу сказать, как нужно выбирать ананас. Первое, здесь не должно быть зеленых прожилок, он должен быть ярко-желтый или даже оранжевый, вот такой прям спелый-спелый яркий. Он должен отдавать вкусный такой аромат, сладкий. И важный момент, вот эти листики должны легко отрываться. То есть вот они сухие, значит ананас. Ирка, не отрывается, у тебя листики что-то. Давай уже, отрывайся. Салат наш будет состоять из ананаса, из яблочек. Спасибо подписчикам, которые привезли нам на Шри-Ланку, по-моему, питерские яблоки. И красный лук. Все это мы режем кубиками. Заправляем мы наш салат растительным маслом, добавив соль по вкусу и щепотку красного перца. Тщательно перемешиваем наш салат, и он готов. Угу. Витя, дегустируй. Ну, давай. Главное, чтобы мужчине понравилось. Может быть, чего-то еще добавить? Ну, есть у меня идейка такая, да. Ирочка, ну, женский легкий салатик такой, конечно, это очень хорошо. Но ты забыла, что Денис, кстати, из Москвы, привез нам еще, кроме яблочек, привез он нам еще, смотри, что, селедочку. Сходил я уже за майонезиком. Сейчас вот я предлагаю добавить сюда еще одну мелко нарезанную луковицу. Почистим мы сейчас с Ирочкой вместе, вернее, Ирочка, наверное, почистит селедочку. Добавим майонезик, и получится вот такой салат. Первый раз в жизни сегодня чистила селедку. Покажи кусочки. Главное, чтобы косточек не было. Угу. Порезали также кубиками, добавим в салат и заправим майонезиком. Ну вот, общими усилиями у нас получился такой салат. Пробуйте и приятного аппетита всем!